Так, ну что там у нас сегодня показывают? Ага. Мое видео, блядь, посмотрели уже 290 человек. Всем привет! Сибой снова у микрофона. Просматриваю тут свои видеозаписи. Вы не представляете, дорогие зрителя, как уже, блядь, заебала эта работа на стройке. Это просто какой-то лютый пиздец. А я смотрю вот мой последний тут видосик, где я кричу песенку «Леночка», уже набрал 290 просмотров. Я вот что себе думаю дальше делать, блядь. Ну и он нахер бросит эту стройку, блядь. Набрать, блядь, команду себе. Похер даже играть, не обязательно, чтобы что-то умели. Хули Андрюхи, блядь, проплачу Водянову, блядь. Он мне наклепает еще штук 20 песняков. Все будем запускать с компьютера, блядь. Я буду чисто бегать, прыгать и кричать. И что, нормально, народу нравится. Назовем команду типа «Добрые гоблины» или «Анальные шарики», в конце концов. Тоже хорошее название, я считаю. Ну, оригинальное, по крайней мере, чем у других какие-то пошлые названия ни о чем. Вот. Ну и все, что, блядь, не будем нахуй зарабатывать много денег. Ну а что, блядь, легко. Сейчас в Швеции столько русскоязычных, что просто отдаст. Ну а рядом, если что, Германия, там еще русскоязычных больше. Мы свои деньги здесь заработаем, в конце-то концов. Все решено. Вот микрофонная стойка у меня уже есть. Вот. Да красота, блин, что, людям нравится. Я считаю, потом что, раз-два и начали, господи. Главное начать, я считаю. Вот, да, все. А то там что-то кто-то стесняется. Вот, короче, дорогие зрители, смотрите нас, это, смотрите, следите за рекламой. Приходите на наши концерты, приносите больше денег, и все будет хорошо. Увидимся на наших концертах. Наша группа будет называться либо «Добрые гоблины», либо «Анальные шарики». Всем спасибо, пока!